Откуда приедут автобусы? Вице-мэр Кишинева Виктор Киронда объявил, что на этой неделе завершится тендер на закупку 100 единиц общественного транспорта. В нем участвуют две компании из Турции, одна из Румынии и еще одна из Беларуси. Муниципалитет намерен закупить дизельные автобусы с низким полом и кондиционерами. Бюджет – 270 миллионов леев. Эти деньги мэрия возьмет в кредит. В настоящее время городской автобусный парк столицы насчитывает 143 транспортных средства. Срок эксплуатации 100 из них превышен.